Во всех 169 муниципальных образовательных учреждениях были проведены работы по обеспечению безопасности во время проведения Дня знаний. Руководители школы и детсадов лично отвечали за проверку подвалов, чердаков и хозяйственных помещений. Были установлены системы автоматической пожарной и тревожной сигнализации, а также обеспечена круглосуточная охрана. Все руководители сейчас здесь и все понимают степень ответственности. Что касается, конечно, охранных мероприятий и прохождения родителей на территорию образовательного учреждения, Андрей Иванович, мы остаемся на тех же позициях, на которых и были. Мы допускаем родителей в образовательные организации только по пропускам или по предварительным звонкам и по, если есть возможность, встречи родителей классным руководителям, директорам школы, заведующим детского сада на входе. Кроме того, на территории каждого образовательного учреждения были проведены ремонтные и восстановительные работы. Рядом обновлена дорожная разметка. В целом, акты готовности к учебному году получили все объекты образования в городе. Быть бдительными, отметил мэр, нужно постоянно. А в течение месяца во всех образовательных учреждениях должны пройти учебные тренировки с участием представителей правоохранительных органов и служб спасения.